Елена Валентиновна, председатель ТОСа «Мичуринский». За несколько лет работы она сумела наладить диалог с жителями в социальных сетях и привлекла к общественной деятельности около 700 единомышленников. Кроме того, она разработала несколько интересных проектов. Один из них – «Мой двор, моя забота». Этот проект нам дал сейчас вообще резкий прирост активы ТОС, подчеркиваю, активистов ТОС, то есть тех людей, которые готовы были выходить в свои палисадники, заниматься благоустройством территории, высаживать цветы. Для них мы провели этот конкурс. Работа территориальных общественных самоуправлений Самары не остается незамеченной. Зачастую местные жители благодарят общественников за ежедневный кропотливый труд. Добрые слова жителей – это одно из самых больших, скажем так, подспорье для нашей работы. Есть и слова благодарности, есть и грамоты, благодарственные письма. Спасибо им большое за то, что они нас оценивают так работать. На общегородском собрании ТОСов выступили представители городских и региональных властей. Они рассказали участникам о том, каким образом общественники могут помогать городу и области в реализации национальных проектов, которые инициировал президент России Владимир Путин. Вы принимаете участие, вы реализуете эти проекты на своих внутридворовых территориях вместе с районами. Ваши жители голосуют за благоустройство общественных городских пространств. Вот это один из подразделов национального проекта «Жилье и городская среда». На общем собрании председатели ТОСов рассказали коллегам об успешном опыте по благоустройству дворов, озеленению цветников, сотрудничеству с правоохранительными органами и об организации праздничных концертов в районах. После конференции для общественников провели тематическую экскурсию по историческому парку «Россия. Моя история». Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.